Уважаемые зрители, авторский канал Николаевского телевидения представляет вашему вниманию телепередачу «Прививка от COVID-19. За и против». Говорит Николаевск. Вы на канале Роман Зайцев «Живу на ДВ». Здравствуйте, уважаемые подписчики. Здравствуйте, уважаемые земляки. Здравствуйте, друзья и гости канала. И сегодня у нас в рамках общественного обсуждения вакцинация от COVID-19 за и против. И сегодня специально для вас мы пригласили в студию специалиста после согласования с руководством Николаевской центральной районной больницы. Специально для вас сегодня в студии врач-эпидемиолог КГБУС НЦРБ Денис Анатольевич Ходанович. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. И сегодня вот мы побеседуем именно о вакцинации, о прививках, какие есть вопросы от населения, все вопросы, которые вы писали мне в личный чат, все вопросы, которые вы писали под моими видео, все эти вопросы мы объединили в одном информационном блоке. И сегодня, вот, Денис, да, Анатольевич, мы побеседуем. И хотелось бы вот начать немножечко. Вот сегодня Инстаграм-ресурс «Николаевск на Амуре» зарепостил официальный паблик «Хабкрай». И вот, значит, в России впервые зафиксировали более 1000 смертей от COVID-19 за сутки. И такой довольно серьезный паблик, Денис Анатольевич. Впервые с начала пандемии число умерших от коронавируса за сутки в России превысило 1000 человек. И вот за последние 24 часа, это вот на период вот вчера-сегодня, зафиксировано 1002 летальных исхода. Всего жертвами инфекции в стране стали 222 315 человек, сообщается на сайте Федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Ну, довольно серьезные цифры. Да, удручающая статистика. Удручающая. И вот то, что говорят, да, многие, как бы, ну, это часто идет из внешних, да, ну, извне. Много информации идет с Украины, льется прямо потоком, что как бы все это ерунда, что этого ковида нету, все это в головах людей. И вот хотелось бы вот начать с чего, да, чтобы напомнить жителям, что же вот это такое вирус COVID-19 вкратце. Да, ну вирус COVID-19 впервые, да, начнем его историю небольшую, вот, был зафиксирован в Китае, в провинции Ухань, в конце 2019 года, то есть это декабрь, может быть даже чуть раньше, ну официально его, скажем так, регистрация по властями КНР именно приходится на это время, то есть декабрь 2019. Вот. Сам коронавирус, в принципе, тогда был, ну, именно вот эта разновидность не изучена. Вот. Естественно, ученые изучали какие-то разновидности. Вот. Но, тем не менее, человечество, именно пока в лице Китая на тот момент, да, столкнулось с вирусом, который, в принципе, был мало изучен, был непонятен. Вот. И на сегодняшний день, даже на сегодняшний день, остается много загадок, связанных с этим вирусом. Вот, сам вирус довольно-таки опасен, вот, после, естественно, все мы общаемся, да, друг с другом, где-то отдыхаем, летаем, вот, к сожалению, даже тогда принятые меры Китаем не нашли должного, так скажем, отзыва, да, в плане распространения этой инфекции, вот, и она вышла за пределы Китайской Народной Республики, вот, из города Уханя дальше распространился он на Европу, да, то есть был зафиксирован в США, вот большой всплеск довольно-таки, где, в принципе, до сих пор фиксируется и высокий уровень смертности, да, и высокая заболеваемость. Вот, ну, дальше он ушел в Канаду и, в конце концов, пришел к нам в Россию. То есть, примерно по российским, скажем так, ну, вот, времени, да, по российским властям, по то, что они говорят, это примерно пришелся где-то на январь, начало февраля, вот так вот. То есть был первый случай зарегистрирован в России. Вот. Ну, по информации, естественно, средств массовой информации. Вот. Сам вирус особо опасен тем, что он вызывает поражение легких, вот, в первую очередь. Вот.
Если у нас делали бы МРТ, да, ну, в больших городах его делают, вот, СКТ, МРТ, то видно, что происходит поражение легких по типу матового стекла. Вот, это вот на МРТ. Вот, так еще опасность его заключается в том, что он вызывает гиперкоагуляционный синдром, вот, который поражает в первую очередь все органы и ткани, вот, в том числе и сердечно-сосудистую систему, вот, вызывает тромбообразование. Вот. После этого, естественно, идет, скажем так, обширное поражение органов, вовлекаются легкие, печень, почки, вот, кишечник в первую очередь. Вот, и как раз опасность вируса заключается в том, что он поражает именно клетки мишени, вот, там, где у нас находится выстилая, да, к нашей клетке ангиотензин, АПФ, да, так называемый, ангиотензин, превращающий фермент. Вот. Он находится как раз у нас в легких, вот это клетки мишени и кишечник. Вот. Поэтому мы с вами знаем, да, и наблюдаем зачастую картину, что начинается COVID-19 вот, именно с диарейного синдрома. Вот. Температура, диарейный синдром, люди думают, что мы что-то съели, что-то выпили. Вот. Помимо, я имею в виду, симптомов РУИ. Вот. Опасность вируса в том, что он поддается очень тяжело лечению, и у многих, некоторых, скажем так, многих, я имею в виду, что лица старшего возраста, да, вот, более молодой возраст переносит его немножко легче, вот, он вызывает цитокиновый шторм, вот, дистресс-синдром, вот, и полиорганную недостаточность, вот, все это приводит совместно к смерти, вот, к летальному исходу, поэтому спасти человека, в принципе, когда все развивается одновременно, да, практически невозможно. Даже при, скажем так, при должном оказании медицинской помощи и своевременное оказание медицинской помощи. Вот. На сегодняшний день наши власти, в том числе и медицина, как бы научилась, да, с ним бороться. Но все-таки тех мер, которые принимаются, к сожалению, как мы видим, да, по статистике, по смертности, недостаточно. Вот. А люди все равно у нас, к сожалению, умирают. Нет, ну это прямо серьезно, прямо по всему организму, да, такой удар. Да, по всему организму, вот это его и минус. Ну как бы мы тут сразу же вопрос подняли, вот в этом основная опасность его такая, да? Да, поражает все органы и ткани, да, в первую очередь, как я сказал, легкие и кишечник. Вот, но потом механизм запускается и уже, конечно же, почки поражаются. Вот, у многих, к сожалению, возникает, те, кто переживает, да, его, то есть те, кто выздоравливает, у этих людей возникают синдромы, связанные с почечной недостаточностью. Вот, то есть люди, в принципе, потом начинают мучиться, ну, присоединяются другие, да, какие-то заболевания, которые ранее, ну, даже и, в принципе, человек даже не думал, вот, о том, что он болеет. Сейчас, получается, к урологу тоже очереди выстроятся, наверное, да? Да, конечно, конечно. Все это серьезно, конечно. Ну, вот, все-таки, да, основной мерой, да, пресечения, скажем так, определенного вот, заболевания, все-таки остается вакцинация, да? И вот как бы люди сразу начинают штыки воспринимать вот эти вещи, вакцинироваться, то, что осуществляется как бы на местах, это, в общем-то, не совсем правильно, что принуждает, да, к вакцинации. То есть нужно людям больше объяснять, рассказывать, как вот вы сейчас рассказали, я уже просто послушал, я уже все готов вакцину поставить. Я на самом деле как бы до себя вот, ну, уже такие моменты знал, которые как бы, я читал, но, видимо, этого было недостаточно. Вот. И все-таки, ну, как бы люди, многие интересуются, это основной вопрос, вот, который мне поступает, вот имеются ли какие-то противопоказания к вакцинации? Да, противопоказания, конечно, есть. В принципе, эти противопоказания охватывают, скажем так, комплекс противопоказаний, как и другим вакцинам, да? Ну, в частности, раз мы говорим про коронавирусные вакцины, против коронавирусной инфекции, извините, вот, то здесь, конечно, ряд выделить все-таки акцент сделать необходимо. Вот. В первую очередь, это гиперчувствительность, да? То есть это чувствительность на какие-то компоненты, которые входят в состав самой вакцины. Вот. Это не обязательно аллергическая реакция, это может быть проявление, ну, какие-то любые проявления, да, там кожные проявления, то есть после любых инъекций вакцин. То есть не обязательно, что это именно связано с коронавирусной инфекцией, если ранее регистрировались. Второй момент, это, конечно, аллергические реакции. Вот, аллергические реакции, опять же, если есть в анамнезе, да, у человека какая-то полиаллергия, вот, нежелательно, даже это нежелательно, а это противопоказание абсолютное, да, для введения вакцины.
Вот. На сегодняшний день пока остается возраст младше 18 лет. Это основное противопоказание вот, для детей от 0 до 17. Вот. Беременность. То есть беременным женщинам пока, но я хочу здесь акцент сделать, да, что идут пока что исследования, да, возможно, в скором будущем и у нас все-таки это противопоказание, в принципе, исчезнет, да, из перечня противопоказаний. Вот, лактация, то есть тот период, когда женщина кормит грудью. Вот, и для некоторых вакцин, ну, пока на сегодняшний день для одной вакцины, это возраст старше 60 лет. Вот. А все другие вакцины, я хочу на это сделать акцент, чтобы наши зрители не поняли, да, неправильно. Все другие вакцины можно колоть лицам старше 60 лет и даже нужно. Вот. Вот. Одна вакцина пока идет апробация, исследование, вот, поэтому она пока еще и не разрешена лицам старше 60 лет. Вот. Очень с осторожностью, в принципе, для некоторых людей это является противопоказанием, это онкологические заболевания в стадии обострения, то есть в стадии декомпенсации, так называемой, да, то есть тогда, когда люди как раз и проходят какую-то химиотерапию, то есть в настоящее время. Вот, это тоже является противопоказанием, вот, до момента регрессии, то есть пока, ну, скажем так, наступит улучшение, вот. Ну и опять же, потом все строго индивидуально по решению лечащего врача, то есть лечащий врач должен дать добро для того, чтобы человек мог вакцинироваться без последствий для своего здоровья. Я сейчас говорю про онкологию. Вот. И здесь стоит отметить тоже с осторожностью, да, ну, для некоторых лиц, опять же, является противопоказанием, это аутоиммунные заболевания, аутоиммунный тиреотоксикоз, вот, ну и другие аутоиммунные заболевания, которые есть у нас, скажем так, у нас среди граждан. Вот, и в принципе там тоже надо с осторожностью, вот, 100% это не служит противопоказанием, да, не является, вернее, противопоказанием, но тем не менее, противопоказания есть и решается исключительно только лечащим врачом. Можно ли ставить вакцину при вот такой патологии? Денис Анатольевич, а такое мнение бытует, оно очень тоже, в общем-то, идет, я думаю, от наших, так сказать, друзей с Украины и прочего. Там это те вот самые майданутые, которые сидят, значит, обложившись гаджетами и отрабатывают американские интересы. Вот такое мнение, что вот а после 60 лет у людей как бы, ну, иммунитет все-таки ослаблен, да? И вот, ну, да. Да, и вот, значит, коллективная вакцинация служит именно вот таким рычагом, как бы, уничтожения именно вот этих вот стариков, чтобы старики начинали вымирать, чтобы не платить им пенсии и прочее, прочее, прочее. Хотелось бы тоже вот этот миф как бы развеять, потому что, в общем-то, старики, старость у нас в почете, старики – это наше все. И вот, допустим, как вы, как компетентный человек, вот, все-таки эпидемиолог, это, ну, это серьезное, ну, такое, да, образование у вас медицинское. Вот что бы вы сказали вот в ответ вот на вот эти вот выпады? Ну, здесь все-таки, наверное, обратный эффект, да, носит данное утверждение. Вот, в каком плане? В плане того, что все-таки лица у нас старше 60 лет. Опять же, не хочу сказать, что всем, да, то есть это все сугубо индивидуально. Вот, есть ряд противопоказаний, я говорил о них выше. Вот, им необходимо проводить вакцинацию. К сожалению, что, ну, скажем так, люди стареют, да, и появляются какие-то хронические заболевания, вот, которые в основном, скажем так, носят характер заболевания сердечно-сосудистой системы. Вот, это гипертония, да, какие-то аритмии, вот, стенокардии, ну и тому подобное, связанные именно с сердечно-сосудистой системой. И, конечно же, этим лицам в первую очередь необходимо проводить вакцинацию. Но, опять же, в совокупе, то есть смотреть, обязательно должен быть оценен этот человек лечащим врачом. Поэтому после 60 лет, как показывает статистика, лица, которые у нас вакцинированы, смертность среди них снижается в разы. Есть такая статистика, да? Да, да, конечно. То есть даже как бы этой статистикой можно уже ответить на вот эти вот выводы. Да, против России, да, можно сказать. Да, против, да, нашей политики государственной выплаты идут. Однозначно, да. Вакцинация, она этим лицам показана. Вот, показана. И, конечно, все сугубо индивидуально, но тем не менее, вот, если нет таких противопоказаний, то надо идти и вакцинироваться, вот, для того, чтобы минимизировать последствия от новой коронавирусной инфекции, если все равно человек все-таки заболел. Ну, то есть получается, что после 60 лет, хотя вакцинация является обязательной,
все равно есть группа, да, с противопоказаниями даже после 60 лет. Да, конечно, есть. То есть нет такого, что всех прям прокололи, но если как бы возможно все равно, то есть, что человек будет без прививки, да, после 60 лет, если у него какие-то противопоказания найдутся. Ну да, да. Но тем не менее, видите, тут опять же комплексно, да, надо подходить. Комплексно. То есть, да, и возможно, сегодня есть противопоказания, завтра через какое-то время уже человек, пролечившись, да, либо как какой-то получив какую-то терапию, да, симптоматическую, у него эти противопоказания, в принципе, нивелируются. То есть, ну, уже их не будет, и человек может спокойно себе ставить вакцину без каких-либо тяжких последствий для своего здоровья. Ну, и хотелось бы вот сюда же еще маленечко вот к этому вопросу. Вот вы тогда проговаривали, что противопоказания идут значит, для беременных, но в дальнейшем, скорее всего, да, это противопоказание не будет. А с чем это, ну, связано, что его не будет? Да, на сегодняшний день все-таки медицина не стоит на месте, да, и Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с учеными, да, непосредственно, скажем так, в одной работает, ну, скажем так, в одной упряжке, да, можно так даже сказать, с управлением Роспотребнадзора, да, с Роспотребнадзором, территориальными отделами, в том числе и с московским, да, Роспотребнадзором. Вот, и в совокупе есть, в каждой есть научно-исследовательские центры, вот, которые ведут непосредственно разработку, в том числе и разработали, кстати, на сегодняшний день, да, одни из видов вакцин. Вот, об этом, наверное, чуть позже, да, проговорим. Вот, все это не стоит на месте. Я так думаю, что, конечно же, рано или поздно начнут, скажем так, да, то есть придут к тому, что экспертным советом, да, примут решение, что все-таки можно будет колоть и детям, я так думаю, да, вот, и беременным женщинам. Mm-hmm. Вот. Но опять же, все сугубо индивидуально, то есть mm-hmm. надо смотреть, что, как, какие есть противопоказания, показания и тому подобное. Ну и здесь же, значит, за нами следят немножко из чата, это самое, вернее, не следят, скажем, мы же в офлайне находимся, а как бы рекомендую, знаешь, что будет передача, и вот, значит, такой вопрос, ну вот сюда же по противопоказаниям, видимо, это вот, значит, задает Анна Юрьевна, инструктор по спорту, обязательно ли ставить прививки детям? Ну, вот мы это уже проговаривали, когда, да. Ну вот еще раз на этом чуть-чуть. Да, акцентируем на это внимание, пока на сегодняшний день дети, значит, у нас ребенок считается от 0 до 17, да. Да? Вот, тем не менее, это понятно, что до 14 лет, потом это подросток, да, то есть будем градацию, так скажем. 17 лет включительно, да, пока введение вакцины это абсолютное противопоказание. Вот, ведутся, как я уже сказал, исследования, вполне возможно, через несколько месяцев, может быть, пройдет чуть больше времени, да, и ведут, скажем так, может быть, какие-то новые виды вакцин, да, может быть, эти разрешат вакцины, и все-таки мы будем колоть уже, ну, с разрешения, естественно, взрослых, да, эти вакцины детям. Но пока это является абсолютным противопоказанием. У нас вот люди во всем ищут подвох. Всегда ищут во всем подвох. И вот тоже недавно из чата я услышал, вот мне говорил мой товарищ партийный, что брали с родителей добровольное согласие в группах детских садов на прививку, ну, как говорили, на прививку от гриппа. Вот. А потом кто-то пустил слух, что это было не собирая согласие на прививку, значит, коронавирусную. Вот. Ну так как я как бы даже не понимаю, такое вообще, наверное, в принципе не могло быть возможно, да? Нет, конечно. Какие-то уже такие вот странные такие заключения. Просто вот эта вот информация такая, она постоянно циркулирует. Угу. Из чата в чат она, значит, переходит. И вот постоянно вот ищут какой-то подвох. Вот мы подписали вот детям против гриппа, а нам подсунули против ковида. Ну, нет, конечно. Ну так как это противопоказание есть непосредственное, да, да. До 17 лет этого в принципе быть не может. Так что мы хотим тоже всех вот здесь успокоить. Не ищите подвох, ради Бога, во всем. Вот. И, ну и такой очень популярный вопрос тоже. На основании каких нормативных актов людям рекомендуют вакцинироваться? Ну, на сегодняшний день действует ряд нормативных документов, да, которые регламентируют проведение вакцинации, федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней, да, в первую очередь, потому что федеральный закон, он главенствующий является. Это 157-й, да? Да. Это который еще подписывал Борис Николаевич Ельцин. Ельцин, да. Вот. Он был, там были внесены ряд изменений, но тем не менее,
скажем так, общая структура этого закона, да, остается пока без изменений. Вот, то есть все основные принципы, да, и тезисы, они остались так, когда и были. Ну, как и любой закон, вносится ряд изменений в соответствии с действующим, скажем так, на сегодняшний день какими-то ограничениями, либо наоборот разрешениями. Вот. Второй документ – это постановление правительства Российской Федерации, вот, которое регламентирует на сегодняшний день вакцинацию, проведение вакцинации среди лиц, группы риска. Да, вот. Об этом, может быть, чуть-чуть позже скажу, сейчас перечислю. Да. Ну, вот. Потом следующий нормативный акт является национальный календарь прививок. Да? То есть у нас на сегодняшний день вакцинация против новой коронавирусной инфекции внесена в национальный календарь прививок. То есть ее, скажем так, она регламентирована законом, то есть приведением, да, но пока на сегодняшний день по эпидемиологическим показаниям. Извините, перебью. Национальный календарь прививок, он к какой группе закона относится вообще? Но он утверждается постановлением правительства, то есть уровень, да, уровень как раз утверждения, да, постановления правительства. Ясно. Да, вот. Поэтому туда внесены изменения были, да, как я уже сказал, и по эпидемиологическим показаниям. На сегодняшний день, вы сами видите, да, что эпидемиологически у нас неблагополучной ситуации, как во всем мире, так и в частности в России, да, в том числе и по смертности. Вот была озвучена высокая летальность среди жителей России. Вот, поэтому, конечно же, каждый государственный, главный государственный санитарный врач, вот здесь у нас Зайцева Татьяна Анатольевна на территории Хабаровского края, он принимает решения в зависимости от эпидобстановки. Вот. А, к сожалению, в Хабаровском крае эпидобстановка пока остается напряженной, то есть она не критична, но пока остается напряженной. Вот. Поэтому на сегодняшний день, скажем так, действует, то есть все-таки главный государственный санитарный врач, подписав постановление главного государственного санитарного врача, да, вот, ну, на тот момент исполняющий обязанности был, вот, подписали постановление, и он также регламентирует вакцинацию, проведение вакцинации. Вот, там уже определенным категориям граждан, да, есть определенные категории граждан, и делается акцент на северной территории в обязательном порядке. Вот. То есть охват вакцинации у нас теперь должен достигнуть 80% от совокупного проживающего населения на той территории. Кстати, к 80% сразу давайте поближе, а к тому, что всем интересно. 80% это рекомендуемый по территории. Да. Да. А еще есть такая цифра 60% на предприятиях непосредственно. То есть рекомендованное количество, то есть должно быть не менее 60% вакцинировано на предприятии. И тогда как бы, ну, остальные как бы 40% могут быть и не вакцинироваться, ну, в силу разных причин. Ну да, здесь опять же, то есть тогда, когда действовал нормативный акт несколько иной, да, то есть тогда, когда издавался именно вакцинация среди, скажем так, организованных коллективов, да, вот, и цифра была, скажем так, 60%. Вот тогда было на тот момент ситуация, такое распространение, не было такой взлета заболеваемости, поэтому на тот момент посчитали для создания, для, скажем так, достижения, да, коллективного иммунитета, вот такое есть понятие, да, вот, достаточно 60% вакцинации населения, в том числе и 60% вакцинации в организованных коллективах. Вот. Ну, на сегодняшний день картина меняется, то есть мы сегодня прочитали, что да, что опять новые случаи, да, заражения, да, зарегистрированы. Да, ну, меняется она и в лучшую сторону в плане вакцинации, то есть некоторые вот об этом озвучивали на штабе, да, где я в том числе присутствовал по противодействию, да, новой коронавирусной, противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Вот, озвучилось, что даже некоторые, скажем так, работодатели, да, заинтересованы в том, что их работники вакцинировались, вот, и даже доплачивали какую-то определенную сумму. То есть в виде премиальных, там, по-моему, речь шла о 4000 рублей. Это стимулирует, конечно. Да, стимулирует, конечно же, граждан. Вот, всячески, да, пытается наше правительство, скажем так, наше... какие-то работодатели, да, отдельные, ну, понятно, не у всех есть возможность такая, да, но все-таки простимулировать людей и достигнуть тех показателей, которые вот вы говорили, да, 60%, но в идеале, конечно же, ну, достигнуть 80%, потому что есть какие-то противопоказания. Вот, кстати, одно из противопоказаний, я об этом немножко вернусь назад, да,
Вот, все-таки служит недавно перенесенное заболевание. Вот, оно является пока на сегодняшний день противопоказанием. Желательно это, как и позиция нашего правительства, вот, так и позиция Всемирной организации здравоохранения, на которой, в принципе, равняются все страны, вот, не вакцинироваться, пока не пройдет 6-месячный период от момента заболевания. А как можно узнать, что человек переболел? Допустим, человек не обращался никуда, а он уже переболел, да? Какой-то анализ существует, который может выявить? Да, конечно. Вот, можно сдать ИФА-диагностику, то есть пройти, да, ИФА-диагностику. Вот, к сожалению, в городе Николаевске-на-Амуре на сегодняшний день пока отсутствует такая возможность. Ну, все возможно. А забор крови там отправить в Хабаровск нет такой еще? У нас услуги не предоставляются? Такой услуги пока, к сожалению, нету. То есть, если, предположим, человек, заключив договор с какой-либо лабораторией в городе Хабаровске, ну, естественно, там обязательно наличие родственников, вот, либо через такси, да, то есть сдать здесь кровь, в принципе, такая возможность есть, вот, и сдать, сдав кровь, отправить ее в город Хабаровск, да, вот, ну, не саму кровь, там идет, получается, сыворотка, вот, и исследуется в городе Хабаровске, вот. Ну, то есть отбор крови произвести здесь с квалификаторами стерильными, да, в условиях лаборатории, и лаборатория как бы сама уже упаковку произведет. Ну, хотелось бы этот вопрос тоже. Ну да, там не скарификаторы, там берется из вены, да, кровь. А, венозная. Да, венозная кровь. Вот, в принципе, да, она здесь готовится, подготавливается для транспортировки, как я уже сказал, да, немножко ранее. Вот, и отправляется в город Хабаровск. Вот, в принципе, а человеку только можно будет только доставку организовать. Да, все правильно. Здорово, в общем-то. Да. Такая нормальная такая. Вот, кстати, есть еще, мне кто-то написал в комментариях, что отсутствует такое понятие в нормативной базе, как коллективный иммунитет. Я вот, честно говоря, я даже не знаю, где он на самом деле. Я как бы слышал, поэтому упомянул его, что коллективный иммунитет, для достижения коллективного иммунитета необходимо такое-то количество людей вакцинировать. Вот. Где это у нас вообще, ну, как бы об этом упоминается? Ну, в основном это, конечно, упоминается в каких-то документах, в федеральных законах, да, в постановлениях правительства. Есть такое понятие коллективный иммунитет, однозначно, вот, достигается он не только вакцинацией, но и, к сожалению, да, на сегодняшний день достигается он и количеством переболевших. Вот, потому что повторное заражение, оно возможно, да, но очень крайне редко. То есть мы видим по статистике, что есть у нас лица, которые переболели и потом повторно переболели. Ну, все-таки среди тех, кто у нас переболел ранее, повторно очень-очень-очень мало. Вот. А вакцинация, к сожалению, на сегодняшний день, да, она лишь минимизирует, скажем так, процессы, которые происходят, да, негативные процессы в организме человека при попадании туда вируса. Вот. Полностью прям 100%, да, как многие, некоторые у нас есть ютуберы, да, вот, блогеры, они считают, что вакцину поставил, и ты защищен 100%, то есть ты не переболеешь, не заболеешь. Конечно же, это ошибочное мнение, вот, человек, опять же, заболеет, вот, но так же, как и вирус гриппа, да, то есть человек ставит вакцину против гриппа, но он же не знает, что он не заболеет. Вот, он заболеет, но последствия, все дело в последствиях. Последствия будут для этого человека в плане, скажем так, качество жизни, да, дальнейшее в качестве, что человек, в принципе, ну, с ним не случится, да, смертельный исход не произойдет, да, в больнице, если дело, конечно, до этого дойдет, практически достигает 100%. То есть вакцина на сегодняшний день, можно сказать, защищает человека от тяжелых последствий и тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Вот. В некоторых случаях, конечно же, есть и такая статистика небольшая, да, что именно при вакцинации, после проведения вакцинации, человек вообще может не заболеть. Вот. Но это опять же. Это здорово, да, конечно, было бы. Ну, в общем-то, качество вакцин тоже, я думаю, оно будет улучшаться со временем. Конечно, да. Потому что ведутся разработки, все-таки все те вакцины, которые на сегодняшний день действуют, да, которые у нас на территории идут в обиходе, они в качестве их. Ну, они проведены свои исследования, да, апробация прошли клинические испытания, вот, зарегистрированы, то есть они не просто так, да, что вот изобрели и сразу ее, то есть они прошли определенные стадии исследования, вот, и в принципе на сегодняшний день являются самыми безопасными. Ну вот немножечко о вакцинах,
хотелось бы тоже зрителям напомнить, что до 2019 года ВОЗом и вообще мировым сообществом декларировались такие вещи в заявительном порядке, что вакцина это вообще это все. То есть поставил вакцину, значит ты здоров. Это как бы это муссировался. Это было устойчиво. Именно до 2019 года это было. То есть, когда значит, пошла вот эта коронавирусная инфекция, ну, как бы вообще то есть взять, что прививка это, в общем-то, было, в общем-то, как бы это был рычаг воздействия вообще мирового, скажем так, правительства, которое, хотя говорят, его нет, это все на самом деле уже понятно, что эта волна, в общем-то, управления, она состоялась. Вот. И Владимир Путин эту ситуацию по-своему переиграл, то есть он поручил разработать нашу вакцину, чтобы не сидеть ни на каких-то иностранных вакцинах, что колоть будут они, это уже непонятно совершенно, это именно рычаг воздействия, то есть чтобы быстро-быстро всех провакцинировать. А что там, какие цели преследуются мировым сообществом, это нам неизвестно, потому что Россия, она всегда стоит в стороне, и на нее все нападают, нападает весь мир. Это мы немножечко углубились, да, в глобальную политику чуть-чуть, но чтобы понятно было. И Владимир Путин поручил разработать нашу вакцину, чтобы не сидеть ни на каких иностранных, и иметь, значит, свои рычаги воздействия на ситуацию. И как только вакцина была разработана, и стали, значит, проводить массовые вакцинации, сразу начались нападки. Наша вакцина плохая, у нас все, значит, плохо, ну, об этом еще поговорим чуть-чуть, там, сравнительные отношения, соотношения возьмем. Но, тем не менее, да, ситуация именно такая. Но до 2019 года в качестве вакцины, что она плохая, хорошая, там, и больной, здоровый, там, сейчас мы начали говорить, да, вот о том, что, как бы, вакцина не спасает на 100%, мы такие вещи уже, да, стали, как бы, поднимать, вот. Но до 2019 года эти вопросы вообще не стояли. Теперь поэтому вот, значит, начинают нападать на наши вакцины, что тут хотят стариков уничтожить, население всех, все там повально уничтожить там и прочее. Ну, понятно, что есть определенные перегибы на местах. И, там, некоторые люди не могут просто сделать обследование, которое им необходимо. Существует, конечно, но это, в общем, скажем, случаи единичные. И хотелось бы вот здесь, сейчас вот, да, поговорить именно о вакцине. Простыми словами вообще, что из себя представляет вакцина? Потому что многие люди думают, что вакцина предполагает себя, что человеку вводят минимальный штамм активного вируса. И поэтому отсюда все страхи. То есть я лечусь от ковида, а мне вводят активный ковид в минимальном количестве. Вот что же такое вакцина простыми словами? Да, на территории Российской Федерации у нас зарегистрировано 4 вида вакцин. Вот. Я их сейчас перечислю. В принципе, многие из нас уже, я имею в виду, жители и Хабаровского края, в частности, города Николаевска-на-Амуре, уже вакцинировались этими вакцинами. Вот. Первая вакцина, самая, наверное, такая распространенная, высокий у нее, очень большой, высокий процент эффективности. Вот, доказанный 93-97% для вакцины, это прям, ну, очень прям хорошо. Вот, это спутник либо гамковид, спутник ВИ, либо гамковид. Вот, это одно и то же, одна и та же вакцина, да, только гамковид это его международное непатентованное наименование, а спутник ВИ это торговое наименование этой вакцины. Вот, на сегодняшний день, как я уже сказал, эффективность достигает до 97%. Вот. Вторая по значимости и по, скажем так, распространенности, да, на сегодняшний день, вот, и люди у нас массово именно хотят вакцинироваться этой вакциной Спутник Лайт, вот. Производная от Спутник Ви вакцина, вот. Спутник Ви у нас получается это векторная вакцина, вот. Вирусный вектор поставляется у нас в клетку, да, и запускается иммунный ответ. Вот. Сама вакцина, как я уже и говорил, да, все эти вакцины, которые я сейчас немножко другие озвучу, да, вот, они не вызывают заболевания. Вот, ни одна из них не несет абсолютно никакого, ну, скажем, нет никакого вируса, вот, живого. Вот. Вторая вакцина Пивак-Корона. Вот, ну, одно время ее, в принципе, подвергали критике. Да, вот. На сегодняшний день пока что она, ну, было какое-то, да, время она производилась, на сегодняшний день приостановлено ее производство. Вот, тем не менее, она все-таки есть, да,
единичные какие-то есть у нас объем этой вакцины. Вот, там у нас получается, она состоит из пептидов, да, закрепленных на белковом носителе. То есть получается вместе с гидроксидом алюминия он поставляется также в организм, да, и стимулирует иммунный ответ. Вот. Выработку антител, так называемых. Вот. И КовиВак. Вот. Одно время КовиВак пользовался очень большим спросом среди у нас, нашего населения. Вот. Все эти вакцины, которые я озвучил, да, они производятся разными институтами. Вот. Предположим, ГамКовид производится Гамалеей институтом, научно-исследовательским центром. Вот. ЭпиВак Корона Вектором, это научно-исследовательский центр при Роспотребнадзоре. И КовиВак это производится Чумаковым, научно-исследовательским центром исследования Чумакова, имени Чумакова. Вот. У каждой вакцины есть свои плюсы, у каждой вакцины есть свои все-таки минусы. Да? Вот. Ну, плюсов, естественно, здесь больше однозначно. Минусы только это побочные действия на организм. Все-таки, к сожалению, это тоже есть. Побочное действие этих вакцин, оно минимизировано. Исключительно где-то на двое-трое суток это температура, какая-то ломота в теле, да, возможно, слабость. Вот, в принципе, вот такие основные симптомы, да, что может возникнуть. Вот, ну, естественно, если температура, понятно, патогенетическое, симптоматическое лечение. Вот, здесь все-таки необходимо провести, да, потому что температура она бывает и высокая, достигает высоких показателей до 39. Вот. Ну, у всех у этих вакцин объединяет одно, да, то есть они у нас получаются, они хоть и отличаются составами, да, вот, но они все запускают у нас выработку большого количества антител. Вот. Все по-разному, потому что разный принцип действия. Опять все зависит от организма, да, от восприимчивости хозяина, да, так скажем, да. То есть я сейчас говорю про человека. Вот, восприимчивость организма каждого человека. Вот, но тем не менее, у кого-то, конечно, они вырабатывают интенсивно, да, то есть поэтому на сегодняшний день, даже на сегодняшний день, научные разработки, да, научно-исследовательские, все, что связано с научно-исследовательским каким-то изданием, да, то есть там, где издается мемуары и тому подобное, да, вот, говорят о том, что лучше эти вакцины проводить, чередовать. То есть раз в полгода ставить разные вакцины для создания какого-то понятия, что у тебя какой-то выработан, есть где-то лучше, да, иммунный ответ, где-то чуть похуже иммунный ответ. Вот, здесь вот вы вскользь упоминали, да, проведение методов исследований, которые подтверждают, болел ли человек, да, которые говорят о том, что болел человек или нет. Здесь после проведения вакцинации тоже так же можно получить. В городе Николаевске нельзя, да, сразу делаем на этом акцент. В городе Николаевске нельзя сделать, в городе Хабаровске можно сделать у нас, сдать кровь. Вот. И там ИХ-исследование так называемое. Вот, после проведенного этого исследования можно понять, насколько у тебя выработка произошла антител вот, после вакцинации. Но хочу сказать, что сразу выработка антител не происходит. Конечно же, некоторые у нас блогеры, опять же, говорят, прошло там неделя, да, человек поставил две вакцины, он заболел. А, к сожалению, этого очень недостаточно для выработки. У нас тоже есть период, да, для которого необходима выработка антител. Этот период для разных вакцин по-разному, но в среднем достигает до 40 дней. То есть от момента постановки первой вакцины. То есть у нас получается, что одна такой спутник лайт на сегодняшний день состоит из одного компонента, поэтому ее только один раз ставят, и все. В принципе, достаточно, человек считается у нас вакцинирован полностью. И на какой период времени это действует? Разные источники утверждают по-разному, но вот, предположим, ЭпиВак Корона и КовиВак, да, вот эти две вакцины, вот, по разным источникам, где уже как бы накоплен какой-то опыт, да, говорит о том, что срок ихней защиты полгода, то есть 6 месяцев. Вот. А через 6 месяцев желательно для того, чтобы желательно уколоть лайтом, спутник лайт, да, я уже в этой вакцине говорил. Вот. То есть она изначально не создавалась, изначально ее было предназначение для проведения так называемой ревакцинации. Вот. То есть если человек уже был ранее вакцинирован каким-то видом вакцины, да, вот, спутник лайт ему вводят, да, один раз, однократно, очень удобно человеку, в принципе, ну, дважды не надо приходить, да, запоминать там, когда, там, время, вот это, один раз укололи, и все, этого достаточно, вот. А у нас было большое количество
вакцины вот именно поставлялась в Николаевск, Ипивак, Корона, Ипкаривак, да, в свое время. Вот. И как раз люди сейчас вот и задают вопросы, в том числе и ко мне тоже эти вопросы задают. А что нам сейчас можно колоть? Вот я отвечу на этот вопрос. Вакцина «Спутник Лайт». Очень, скажем так, хорошая вакцина. Вот, производная от векторной вакцины «Гамковид». Вот. Поэтому, если вы до этого вводили «Каювак», «Эпивак Корону», то сейчас желательно ввести «Спутник Лайт», вакцинироваться, да, то есть ревакцинироваться через 6 месяцев. Понятно. Игорь Анатольевич, а вы сами вакцинировались? Вот такой вопрос. Ну, на сегодняшний день, к сожалению, я попал в ту когорту людей, которые переболели, да, вот, сравнительно недавно. Ну, скажем так, 6 месяцев уже вот истекли, буквально вот несколько недель назад. И, конечно же, я планирую вакцинироваться. Вот, и даже больше хочу сказать, вакцина «Спутник Лайт», она рекомендуется лицам, которые ранее переболели. Вот. Поэтому, наверное, все-таки будет «Спутником Лайт» вакцинироваться, ну, в ближайшее время провакцинируюсь. И у нас в Николаевске, да, хочу опять на этом сделать акцент, у нас достаточно этой вакцины, то есть у нас люди могут прийти, провакцинироваться, очередей прям больших нету, стоять в очередях не надо, вот, пройти минимальное обследование, да, какое-то, вот, выявить, либо есть, либо нету противопоказаний, и, в принципе, при условии, что все соблюдено, можно ввести эту вакцину без последствий для своего здоровья. Ну, то есть принцип действия вакцины, вот еще маленечко, да, в том же вопросе, принцип действия вакцины вкратце, если, значит, запускает механизм выработки антител. Все верно. И что-то еще я хотел, что-то еще было, выработка антител, ну, в общем-то, и при этом не содержит активного штамма вируса. Да, да. То есть, да. То, что вот это вот тоже муссируются эти слухи, тоже это все лишь слухи. Да, Каювак у нас содержит, но содержит инактивированный, так называемый убитый, да, вирус. Вот, то есть он абсолютно безвреден для человека. Он как раз введение этого вакцины с гидроксиалюминием запускает так называемый иммунный ответ, да, то есть выработку антител, как вы уже и сказали. Вот. И, в принципе, человек считается уже тоже через какое-то время, не сразу, конечно же, считается, что он, в принципе, защищен, опять же, как я уже говорил, на 6-9 месяцев. 6-9 месяцев. Да. Но вот «Спутник», которая первая вакцина, она же вроде как бы бессрочно, да? Нет, тоже вот, не совсем. Да, «Гамковид» и «Спутник Лайт», тоже, кстати, во многих научных статьях, да, уделялось, скажем так, сроку защиты этих вакцин. Вот, очень много было исследований по этому поводу. Вот, и в среднем пришли к мнению, да, что все-таки человек после вакцинации этими видами вакцин защищен один год. Да, то есть один год, через год. Но опять же, это не говорит о том, что если человек, ну, по каким-то причинам переживает, да, свое здоровье, может быть, через 8-9 месяцев он думает, что у него снизились антитела, да, то есть и такое в принципе тоже возможно. Вот, он может, в принципе, прийти, сказать, что у него там 6 или 7 или 9 месяцев назад его вакцинировали, да, и он желает опять вакцинироваться, никто ему не откажет, то есть, наоборот, это приветствуется, ревакцинация, поэтому вакцины достаточно, вся она бесплатна, вот, на территории России, да, вот, никто за это денег абсолютно не берет, вот, и человек может провакцинироваться, ну, уже получается ревакцинироваться, да. А если какие-то вот случаи возникнут все-таки, ну, вот там слабость, как вы, или симптомы некоторые, да, после прививочной, ну, там температура, человек тоже может обратиться в поликлинику, да, в больницу? Да, конечно, он может обратиться в поликлинику при, понятно, что поликлиника имеет рабочие часы какие-то, да, понятно. И в случае, если ситуация ухудшается, ну, по каким-то, да, показателям, вот, человек начинает себя чувствовать хуже, он может вызвать скорую помощь. В принципе, там ему окажут основную, первую медицинскую помощь. Вот, если будет прям такая необходимость, пока у нас, скажу честно, таких случаев не было. Вот, именно я сейчас говорю про город Николаевск на Амуре, да, после проведения вакцинации. Но вдруг, если возникнет такая необходимость, его госпитализируют. Вот, вполне возможно, что и его развитие заболевания, да, какого-то связано, не связано вообще с вакцинацией. Вот. То есть человек, ну, где-то, ну, заболел, где-то простыл, где-то, я не знаю, может быть, где-то какое-то хроническое заболевание обострилось, да? Не связано. Не связано с вакциной, да, абсолютно не связано, да, конечно. Вот опоселом по нашим Нижнеимутским, у нас еще 14 спутников есть от поселения, то есть, которые составляют Николаевский муниципальный.
что вы сказали по Николаевску, ну, не было таких случаев, а по селам, по нашим. Ну, Ронги, поселения, да, поселения у нас немножко все-таки похуже вакцинируются, да, но не все, опять же, не все, вот. А есть ряд поселений, Чля, там, Красная и другие, да, ряд других, они вакцинируются у нас слабо, люди как-то вот не доверяют, что ли, вакцины, хотя, в принципе, как я уже сказал, они абсолютно безвредные, вот. Да, вот в этих поселениях у нас очень слабо идет вакцинация, вот, хотя проводятся определенные кампании, да, вот, прививочные, да, то есть и разъяснение людям идет и в СМИ, и в газете, и как-то глава там, я знаю, что у нас Светлана Владимировна Юрьевна, да, она всегда держит руку на пульсе, да, и всегда, в принципе, старается, скажем так, помочь, в том числе и медицине, да, в этом плане, вот, всегда... сама даже может пойти, да, к людям и рассказать пользу этой вакцинации. То есть, и, конечно же, выходят наши сотрудники. Вот, и я сам ходил неоднократно, да, вот, в организованные коллективы. Вот, другие наши сотрудники выходят, в принципе, даже, ну, главный врач, да, где-то участвует. Вот. Поэтому, в принципе, у нас это все, вот, именно информационная кампания, да, у нас очень развита, да, и мы стараемся людям донести всю необходимость, да, проведения вакцинации и, в принципе, безвредность вот этих видов вакцин. Ну вот по селам я хотел поинтересоваться, как бы еще отдельно непосредственно. По селам не было никаких случаев, да, получается? По селам? После прививочных вот этих вот осложнений. Вы знаете, я хочу сказать, что вот есть такие, да, все-таки случаи в городе Николаевске на Амуре, но сказать однозначно, то есть, как я уже говорил, взаимосвязь с вакцинацией, да, ну, здесь провести очень тяжело, вот, обостряются какие-то хронические заболевания, то есть, это вообще, ну, как я уже говорил, да, не связано с вакцинацией, это, да, понятно, скорее всего, вот. А таких побочные эффекты в виде температуры, там, головной мигрени, головной боли, да, слабости, там, ломоты в теле, да, вот этой вот разбитости какой-то, вот, в принципе, такое возможно. То есть, возможно, она может даже до 2 суток составлять это состояние. Вот. Потом все проходит и бесследно все исчезает. Многие и молодые, и в возрасте говорят о том, что да, прошло 1-2 дня, и у нас все прошло, и мы себя чувствуем на сегодняшний день замечательно. А скажите, а вот в селах, значит, отдаленных от города, а прививку можно на месте поставить? Ну, например, в ФАПе или обязательно в Николаевск-на-Амуре выезжать? Нет, у нас достаточно вакцины, ее получают в том числе и наши сотрудники ФАПов, да, то есть заведующие, вот, участковых больниц Лазарев, Многовершинные и врачебных амбулаторий Магазерпах. Вот, поэтому там, в принципе, непосредственно на месте, то есть ехать никуда не нужно, да, на месте можно получить свою дозу вакцины. Вот, как я уже сказал, сейчас она составляет 1 спутник лайт, если мы говорим, да. Вот, ну, также у нас есть гамковид, если, предположим, кто-то жаждет вакцинироваться у нас гамковидом, мы не откажем, вот, пожалуйста. Вот, 2 вида вакцин пока на сегодняшний день, ну, в принципе, мы считаем, что это пока достаточно, вот. Люди все-таки, немножко все-таки, я так думаю, упала вот эта наша, скажем так, вакцинация, да, то есть именно вот объемы вакцинации не снизились, вот, и темпы вакцинации, вернее, да, вот, наверное, все-таки люди, побольше надо вот их передач, да, побольше людям разъяснять, хотя уже, в принципе, проведено много всяких кампаний, но тем не менее. Вот, например, как бы в Николаевске, на Амуре, в Николаевском районе, мы, я думаю, это как бы единственная в своем роде передача, вот именно сейчас будет проходить, сейчас проходит. Да, это очень хорошо. Это очень, да. Я считаю, что это качественно повлияет вот на дальнейшее желание людей вакцинироваться. Да, однозначно. Потому что очень много негатива, очень много. Разнообразные группы населения прям враждебно настроены, вплоть до того, что расклеивают там что-то. Ну, этим они... своими действиями они на самом деле работают на интересы иностранные. Потому что все-таки хочу напомнить, что вакцинация — это все-таки государственная политика. Либо мы вакцинируемся сами все, либо мы обрушиваем экономику. Это очень серьезные вопросы. И поэтому мы сейчас все нюансы обсуждаем, все неудобные вопросы поднимаем, как бы, и их проговариваем. И вот новый блок еще вопросов, такой, как бы, немножечко в стороне стоящий, но также вот... по методам исследований мы поговорили, да, что да, исследования уже, которые подтвердят, которые могут
по которой можно получить медицинский отвод, тоже мы вкратце проговорили, mm-hmm. да? Насколько достоверный результат этого исследования? Ну, они достаточно, да, 99-100% практически, да. Да, у нас есть на территории, то есть мы, опять же, хочу этот момент тоже донести до наших зрителей, да, вот, мы не абсолютно никому не оказываем, не отказываем, наша лечебная сеть, вот, и если человек чувствует себя как-то плохо, да, считает, что у него есть проявление симптомов РУИ, он однозначно должен вызвать врача, вот, либо скорую помощь, вот, естественно, оценивается совокупие его состояния, вот, аускультация, да, проведение пульсоксиметрии, да, которая свидетельствует о насыщении газов, крови газами, вот, и, в принципе, ну, для других методов исследования, после этого уже, в принципе, врач, либо фельдшер, да, принимает решение об обследовании, исследовании человека, да, и приезжает, выезжает бригада, у нас создана бригада при Центральной районной больнице, вот, выезжает наша бригада и проводит, берет мазок из зева и носа, да, то есть из рота и носа глотки, вот, проводит исследование, вот, ПЦР, дальше мы отправляем этот анализ, вернее не анализ, а биоматериал, отправляем на исследование в город Хабаровск, где он, в принципе, исследуется, и уже вносит вердикт, так называемый, да, болен человек, либо не болен. Но это вот, если говорить по факту, то есть человек заболел и по факту. А если говорить об отдаленных, да, каких-то моментах, то есть когда уже человек переболел, никуда не обращался, лечился самостоятельно, да, либо обращался, но по каким-то причинам врач не распознал, да, такие тоже случаи, конечно же, бывают, не распознал болезнь, как новая коронавирусная инфекция, поставил острый респираторный вирусную инфекцию, вот, то, в принципе, здесь можно, опять же, да, сдать кровь и посмотреть наличие антител. Антитела есть у нас иммуноглобулины, так называемые, M, IG, да, то есть М это получается говорит свидетельство о том, что человек либо переболел, и, либо сейчас болеет, но может переболеть, да, и находиться уже в стадии выздоровления. Такое тоже может быть. Вот. А иммуноглобулины G, так называемые, да, которые исследуются, как я уже сказал, методом МИФА диагностики, вот, говорит о том, что человек уже перенес заболевание. То есть, грубо говоря, если человек перенес заболевание 3-4 месяца назад, вот, у него еще сохраняется довольно-таки высокий титр иммуноглобулинов, да, в крови. Вот, и, как я уже сказал, это как тоже является небольшим, ну, скажем, таким медицинским отводом, да, от проведения вакцинации. Вот. Но опять же, как я сказал, 6 месяцев вот этот период. Вот. То есть все, что выше 6 месяцев, Всемирная организация здравоохранения, наше правительство, да, в нашем Министерстве здравоохранения Российской Федерации рекомендует уже вакцинироваться. Так, понятно. А вот такой вопрос еще есть. Обязательно ли проходить медицинскую комиссию до вакцинации? Ну, здесь такой вопрос, только обтекаемый, скажем. Да, медицинскую комиссию проходить не обязательно. То есть, как я уже сказал, достаточно какой-то минимальной диагностики, да, которая проводится перед вакцинацией, то есть измер температуры тела, пульсоксиметрия. Вот, оценка, общая оценка состояния человека, да, вот опрос однозначно должен быть по каким-то жалобам, кто его знает, да, что было ранее. Вот. А каких-то специальных методов исследования, да, перед проведением вакцинации их просто не существует. И более того, так же, как и Всемирная организация здравоохранения, так же и наша, да, Министерство здравоохранения Российской Федерации не рекомендует вообще проводить какие-то виды исследования, да, перед вакцинацией. Во-первых, это период, то есть он удлиняет период, да, вот. Но если все-таки человек желает пройти, то врач-терапевт, да, то есть либо лечащий врач, все зависит от кому человек обращается, он, конечно же, может назначить какое-то минимальное диагностическое исследование, какой-то минимальный вот этот набор, да, вот. И человек может, в принципе, либо здесь у нас в Николаевске пройти, если он, ну, небольшой, да, либо если это расширенный, более такой углубленный, да, то в городе Хабаровске. Ну вот, да, вот, кстати, касаемо вот этого сейчас, вот то, что в городе Хабаровске, в городе Николаевске, не все специалисты у нас все-таки есть, да, того же иммунолога, например, нужно его в Хабаровске искать. Ну вот, например, у человека снижен иммунитет, так вот, ну, прям вот, маленечко детализируем. Ну, скажем, выражается это в том, что ранки у него плохо заживают, да, стягиваются, там, болит что-то подолгу, все, иммунитет низкий. В Николаевске можно диагностировать низкий иммунитет? Ну, к примеру.
Ну... Как, это же тоже такая обтекаемая такая тема, правильно? Ну как вот низкий иммунитет? Ну он, как бы он говорит со своих слов, но у каждого организма, у каждого человека свои, ну, особенности, тоже вот, да? Ну да, конечно, да, у каждого человека свои особенности, свои хронические заболевания, какие-то острые заболевания, в принципе. А здесь, видите, ну ты понятен, да, иммунитет, как говорится, в простонародье упал, да? Какая, да, такое, да. Но тем не менее, как уже было сказано, да, что такое вакцина? Это как раз, скажем так, антитела, да, то есть, вернее, при введении этой вакцины вырабатываются антитела. То есть запускает он иммунитет, наоборот, да. Хотелось бы на этом вот акцентироваться. Ну, это ладно, допустим, а вот, например, аллергетики, у них это несколько иная вещь. Там кто-нибудь там съест или что-то там, не знаю, там, понюхает, да, начинается крапивница, там, ну, начинаются да, всякие... Да, страшные вещи. Анафилактоидные реакции, да, конечно, страшные вещи. А у нас есть аллергологи вот здесь, если у нас... Аллерголога нету, да, но тем не менее, если, предположим, человек обращается к нам в лечебную сеть, вот, и он, ну, или считает, либо у него ранее было зарегистрировались, да, какие-то анафилактоидные проявления аллергических реакций, вот, то, в принципе, никто ему не откажет для того, чтобы даст направление в город Хабаровск. Раз в год это можно сделать, слетать бесплатно. Вот, слетать в город Хабаровск и провести углубленные исследования уже у узких специалистов. А кто финансирует? Министерство здравоохранения. Здорово. Хабаровского города. Вот, исходя из этого, вот такой вопрос еще есть тоже небольшой. Человек мне дал заявление свое, он написал на работу, напугал, кстати, вот эти заявления многих, я думаю. Вот это касаемо федерального закона 157, именно о вакцинации, там есть, значит, пункт 3 в статье 11. Там черным по белому прописано, и как бы вот человек за это зацепился, что профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний. То есть отсюда как бы следует, да, что человек, чтобы узнать, что у него нет медицинских противопоказаний, должен пройти тот же самый медосмотр. Вот мы до этого говорили о медосмотрах, о необходимости их проведения. Вот. И здесь стоит вопрос, да, вот, если сообразно законодательством, с федеральным законом, как мы знаем, федеральные законы стоят по юрисдикции выше постановлений правительства и прочего, да, а самый высший у нас ФКЗ, федеральный конституционный закон. Вот. И здесь, значит, цепь умозаключения человека, я понимаю, такая, которая написала это заявление. Значит, если у него нет медицинской комиссии, да, которая выявляет его какие-то противопоказания, да, и он не знает, есть ли у него эти противопоказания, то данная, значит, процедура вакцинации переходит в разряд не пользы, а именно опытов над этим человеком. Ну, это как бы его умозаключение. Да? Вот. И чтобы этого избежать, чтобы соблюсти норму федерального конституционного закона, у нас же опыты не запрещены, чтобы соблюсти, значит, нормы федерального закона 157 о вакцинациях, человеку необходимо все-таки, ну вот он так считает, пройти медкомиссию, и он считает, что эту медицинскую комиссию ему, в общем-то, обязаны оплатить его работодатель, потому что на работодателя оказывается определенное, ну, воздействие, да, чтобы, значит, организация, чтобы привила, значит, своих работников, иначе проблема получается в организации, как бы, да, ну, как бы, в общем-то, ну, мы должны воздействовать, мы должны, как бы, добиваться, в общем-то, иммунитета у людей каким-то образом, вот. И как бы человек настаивает на том, что он прививку поставит с удовольствием, но пускай ему, значит, организация оплатит вот эту комиссию. Если там какие-то из, ну, выходящие, допустим, за рамки врачей, имеющиеся в Николаевске, чтобы оплатили, собственно, и переезд в Хабаровск туда и обратно. Вот такие вот вещи. Вот насколько, вы как думаете, вот эти вот требования, да, человека? Ну, как бы это понимает, это как бы выходит несколько за круг ваших, возможно, потому что вы все-таки самый эпидемиолог, а не юрист. Да. Вот. Но здесь, ну, как тем не менее, прокомментировать можно. Да, вот давайте попробуем. Да. В общем, смотрите, ситуация здесь вот носит, ну, следующий характер. А у нас помимо 157-го, да, обменной профилактики инфекционных болезней, еще есть федеральный закон 323, да, который регламентирует в целом медицинскую деятельность, да, в том числе. Однозначно, что перед вакцинацией наша лечебная сеть, да, получает согласие, то есть информированное добровольное согласие человека на проведение вакцинации. Вот.
Исходя, ну, конечно же, из умозаключения, как вы сказали, человека, то вакцинация – это, ну, не совсем опыт, да, то есть это не опыт, вернее, не то, что не совсем, это не опыт, а вот, а тот, скажем так, минимум обследования, да, которое может пройти человек, либо углубленное обследование, оно сию минуту, да, то есть в тот момент, когда человек пройдет обследование, оно не покажет противопоказания. Вот, почему? Потому что ряд, скажем так, вот этих противопоказаний, которые были озвучены у нас с вами, да, в студии здесь немножко выше, ранее, вот, эти противопоказания носят, наверное, все-таки длительный характер. То есть сию минуту человек не сможет выявить, что у него прямо проявилось, да, аллергические или какие-то реакции, или гиперчувствительность, вот, на какой-то компонент из, ну, из вакцин, который, да, состоит вакцина, из каких-то компонентов. Вот, поэтому здесь, наверное, все-таки неверное утверждение. Почему? Потому что даже пройдя какое-то углубленное, прям вот супер углубленное исследование, да, вот, всех органов и тканей, МРТ, там, СКТ сделает человек, сдаст кровь, да, на все виды исследования, там, клинический анализ, мочу, там, да, и все остальное, да, все, что можно пройти, все-таки само вот это обследование, оно не подтвердит, что у человека есть противопоказания. То есть как раз здесь само... Сами эти заболевания являются, носят, наверное, длительный характер, длящийся характер. Вот. Поэтому если есть гиперчувствительность, она может проявиться, предположим, если человек съел что-то, да, то есть употребил в пищу, либо там, если есть аллергические реакции, они проявляются, если человек, если особенно полинозы, да, какие-то вот, ну, множественные, да, так скажем, а вот на множество каких-то там растений, пища, какие-то еще что-то, да, вот, на что-то реакция, вот, она как раз проявляется, скажем так, в жизни человека, то есть во всем периоде его жизни, вот, на сегодняшний день, скажем так, вот он сдаст, да, не выявится противопоказание, это мнение немножко, человек заблуждается в этом, вот, на сегодняшний день, почему сразу и, скажем так, ну, наше правительство, да, и Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что ну, нет необходимости, да, проведения углубленного исследования перед вакцинацией, потому что оно практически не даст гарантии, да, не даст там противопоказаний 100% проведения вакцинации. Ну, я думаю, что есть такое мнение тоже, как бы не мое, но, повторюсь, есть такой, значит, эффект плацебо, да, и чтобы его задействовать, этот эффект, в общем-то, организация, ну, конечно, это... Для кого-то будет накладно, возможно. Именно тут вопрос финансов. Именно профинансировать медицинскую комиссию человеку. Человек пройдет, посмотрит, у него все нормально, он настроит себя положительно, а это уже хорошо. То есть он будет спокойно эту прививку примет, она у него примется, и как бы вот все будет отлично. То есть вопрос финансов. То есть чтобы работодатель был заинтересован в спокойствии человека. Ну да, чтобы они, своего работника, да, чтобы, да, люди, чтобы знали, что вот за меня переживает работодатель, он мне комиссию оплатил, пускай даже внеочередную какую-нибудь, там, вот, вполне там, если кто-то сомневается, ну, профинансировать уже в Хабаровск, пускай человек съездит, ну, после этого уже, ну, уже как бы, я не знаю, я думаю, любой уже поставит себе просто прививку, просто будет спокоен, либо получит противопоказания и исполнит все нормативные акты, в общем-то так, как бы, да. Ну да, да. Так, я напоминаю всем, уважаемые зрители, уважаемые земляки, соотечественники, мы находимся в помещении городского комитета КПРФ, город Николаевск на Амуре, и ведем отсюда, значит, наше общественное обсуждение, наши передачи. Кто заинтересован непосредственно в политике, проводимой нашей партией, пожалуйста, обращайтесь, телефон будет здесь, под видео, и, возможно, он будет даже здесь. А, мы продолжим, да, еще немножечко? Да, конечно. Так, значит, хотелось бы еще поинтересоваться, ведется ли вот в рамках наших обсуждаемых вопросов в городе, ну, уже маленько об этом говорили, статистика, да, число вакцинированных, количество осложнений говорили, практически нет. Ну, я тем не менее скажу. Это вообще есть, да? Да. Ну, осложнения только... Конечно, они, как я уже говорил, это даже не осложнение, а побочные действия вакцины, да. Вот, статистика, да, ведется однозначно, конечно, и количество вакцинированных, у нас есть статистика, и количество больных. Вот, на сегодняшний день количество вакцинированных людей, в принципе, я говорю про Николаевску, да, вот, в принципе, неплохое, хотелось бы выше достижения результатов. Вот, первый компонент был введен
8144 человекам. Вот, в принципе, в совокупе населения, учитывая, что у нас население в среднем где-то проживает по всему городу и району 25-26 тысяч, да, ну, кто-то не живет здесь, мы об этом прекрасно с вами знаем, да, но в среднем 25 тысяч человек, вот, население, то, в принципе, это показатель неплохой, вот, да. Желательно достигнуть, конечно, нам на сегодняшний день, цель наша, достигнуть показатель 12-14 тысяч, вот, то есть, ну, грубо говоря, практически в два раза, да, увеличив этот показатель. Ну, для этого, конечно, надо нарастить темп вакцинации, вот, об этом говорится и при на штабах, да, при правительстве Хабаровского края. Вот, первоочередная задача нашего губернатора, да, в том числе, и, конечно же, Министерства здравоохранения Хабаровского края, вот. Все эти задачи мы реализуем, в том числе и посредством, вот, как я уже говорил, да, в каких-то компаниях, да, которые мы проводим, разъяснительные работы. Вот, очень сейчас хотят вообще сделать горячую линию, да, и об этом, кстати, хочу, чтобы все знали, да, зрители. Вот, запустить горячую линию, то есть там, где если вдруг люди переживают, боятся, да. Здесь в Николаевске это будет, непосредственно оператор? Нет, это будет, ну, это будет Хабаровск, да, Хабаровск. Вот. Ну, грубо говоря, будут отвечать компетентные специалисты, специалисты Роспотребнадзора, вот, специалисты Министерства здравоохранения Хабаровского края, вот, а в некоторых случаях даже и совместно, то есть они будут находиться в одной где-то там в каком-то месте, да, вот, и будут отвечать на все, скажем так, злободневные, да, на все вопросы, которые человек увидел там в интернете, да, прочитал, либо переживает, да, за последствия, вот, после проведенной вакцинации, вот, поэтому он, в принципе, может обратиться. Пока это сейчас стадия разработки, но я так думаю, что это скоро так или иначе у нас запустится. Нет, ну это будет серьезный ресурс, конечно. Да, вторым компонентом, то есть считается вакцинация уже законченная, да, закончена, у нас привито 8164 человека. Неплохой показатель, очень неплохой показатель. Вот, отдельно, ну, здесь стоит отметить спутник Лайт, да, и у нас уже вакцинировано более 1000 человек именно спутником Лайтом. Почему делают на этом акцент? У нас очень стал пользоваться большой популярностью среди нашего населения. Вот, но опять же, наверное, все-таки из-за удобства. Из-за удобства, минимум побочных каких-то эффектов, да, действий, и большинство людей его переносит очень хорошо. Вот. А по больным, к сожалению, количество больных у нас ежедневно, мы видим прирост. Вот. В среднем где-то человек, наверное, от 10 до 15 вот, регистрируется. Это очень высокий показатель. Это день? Да, если его разбить, предположим. А если не, у нас же не каждый день, да, мы можем исследовать, если его разбить, этот показатель боя на ежедневный, да, период, вот, то, конечно же, где-то человек, наверное, ну, до 10 в сутки точно. Вот, до 10 в сутки. Вот, и на сегодняшний день уже переболело больше 1000 человек. То есть это прилично для города Николаевска, это приличный показатель. Вот, к сожалению, не все у нас выживают. То есть есть и смертельные, да, летальные исходы, в том числе и в нашем лечебном учреждении, в инфекционном госпитале. Вот, все тяжелые, среднетяжелые формы лечатся там. Вот. Принимаются все необходимые меры, чтобы люди не думали, да, что мы вот сидим и бездействуем. Нет, абсолютно все меры принимаются для лечения больных. Вот, достаточным количеством у нас, благодаря, конечно же, и в том числе и субсидирование, да, каким-то правительством Хабаровского края, субсидиям выделяемым. Достаточное количество у нас лекарственных препаратов, вот, дезинфицирующих средств. То есть все это в достаточном количестве. Вот. И прям тяжелые случаи, если мы видим, что в принципе здесь у нас по каким-то причинам мы не справляемся, вызываем санитарную авиацию и отправляем в город Хабаровск. Есть такая возможность. Да, у нас есть такая возможность. Санитарная авиация нам не отказывает. То есть, ну, естественно, по погодным условиям, единственное, что вот этот единственный минус, да, который есть, то есть может не вылететь санитарная авиация только по погодным условиям. А так, если человек тяжелый, даже если он один, то за одним прилетит санитарная авиация. И этого человека вывезут в город Хабаровск. Ну, это о многом вообще, конечно, говорить, потому что рейсы эти весьма недешевые, насколько я знаю. Да. Особенно специфическая, как медицинская, да, авиация. Да. Статистика еще тоже интересует. Вот по
По повторно заболевшим есть такая статистика? Повторные заболевшие есть, да. Ну, примерно от количества всех больных составляет 0,1-0,5%. Вот. Очень маленький процент. Прям... А в некоторых случаях, если в совокупе оценивать весь Хабаровский край, да, то я думаю, там даже и десятые доли процентов будет составлять. Вот. Поэтому, в принципе, можно сказать о том, что есть какой-то иммунитет, да, у человека. Единственное, вот некоторые научные, скажем так, издания, да, говорит, как я уже говорил об этом с вами выше, да, иммунитет сохраняется до года. До года, вот, и 6-7 месяцев проходит, желательно человеку после заболевания, желательно человеку уже вакцинироваться. Ну, давайте еще маленько по статистике, последний вопрос из этого блока статистичного. Значит, опять же, вернемся к вбросам, такие вбросы, люди умирают, как мухи, это, ну, просто на, как бы, исходя из того, что мы уже проговорили обо всем, да, это уже просто вызывает, да, такой, ну, смех такой, ну, как бы... Смех это не совсем, вбросы идут, и люди все-таки многие этому верят. И вот наши прививки опять плохие и тому подобное. Но вот должна быть тогда статистика, и туда людей направить вот, на эти ресурсы статистики. Вот давайте вот, такой вопрос. Есть статистика от, значит, смертности от российских, да, прививок в любом случае. Есть статистика смертности от тех же американских прививок. И если сравнить вот эти статистичные данные, что мы получим, собственно, на выходе? Ну, здесь, конечно, однозначно сказать, что в смерти, да, в летальном исходе, если он произошел, все-таки виновата вакцинация, я имею в виду сейчас про российский, да, сегмент, однозначно нельзя. Вот, почему? Потому что в основном среди молодежи, скажем так, не регистрируется летальных исходов и не регистрировалось такое просто вот, ну, то есть для всех проходит вообще без каких-либо последствий вакцинация. Среди старшего населения, ну, скажем так, старше 60 лет, да, все-таки какие-то случаи есть, да, но я хочу сказать, что при патологоанатомическом исследовании, да, вот, в принципе, все, как мы знаем, да, что последний диагноз ставит патологоанатом, да, есть такое мнение среди населения, да, вот, что самый достоверный и последний диагноз ставит патологоанатом, там выявляются какие-то действия каких-то хронических заболеваний, то есть именно к смертельным исходам, к летальным исходам приводят именно какие-то хронические заболевания. То есть вполне возможно, да, на 99,9%, что, в принципе, к летальному исходу, да, привело именно какое-то обострение хронического заболевания. То есть никак не связано с вакцинацией абсолютно. Вот. По, скажем так, по зарубежным, да, вакцинам, то есть те, которые вакцины у нас зарегистрированы Всемирной организацией здравоохранения, вот, можно сказать однозначно, что есть среди, скажем так, этих вакцин, да, побочные действия это повышенная гиперкоагуляция, то есть тромбообразование, которое приводит к тем или иным осложнениям, да, и человек, в принципе, умирает от тромбообразования. Вот. Тело, так называемый синдром, да, то есть человек просто может идти и, грубо говоря, умереть после какого-то вот именно такие случаи, к сожалению, в зарубежной практике, то есть они есть, об этом говорили, даже снимали целые, скажем так, серии вакцин, да, то есть после проведения этих вакцин умирали люди, снимали их очень большое количество. Вот, знаю, что у AstraZeneca, да, Johnson & Johnson, снимали Moderna, тоже одна из видов вакцин, да, вот, производители. Вот, и снимали тоже. Поэтому, в принципе, могу сказать так, что все-таки, я не знаю, почему у нас многие граждане жаждут привиться именно зарубежными, да, вакцинами. Все-таки у зарубежных вакцин на сегодняшний день, пока что, да, не знаю, как будет дальше действовать, но все-таки, опять же, как говорил, медицина не стоит на месте. Все-таки летальные исходы выше, в случае летальных исходов выше, чем после вакцинации нашей. У нас, я как я уже сказал, прямой взаимосвязи не было выявлено, не зарегистрировано нигде. Ну а для тех, кто сомневается, вы можете поднять статистику, значит, российские вакцины, американские вакцины, и посмотреть, и я вас уверяю, что вы будете очень удивлены, что разница будет составлять в разы, ну с перевесом, естественно, на
импортные вакцины, потому что об этом мы уже говорили, все-таки вакцина – это рычаг глобального управления. И что там они за рубежом, там, что там они придумывают, это уже касается их. Об этом мы говорить не будем, потому что мы и не знаем, что они там придумывают. Вот. И, значит, прививки мы, в общем-то, вакцины наши между собой сравнили, а можно как-нибудь чуть-чуть сравнить, так, коротенько, в общем, наши и западные вакцины. Есть такое? Можно? Есть, конечно же, но в первую очередь, как я уже сказал, что в наших вакцинах, принцип действия у всех вакцин, четырех, да, зарегистрированных на территории России, одинаков принцип, вот, но и такой же схожий принцип у зарубежных вакцин. Вот, тоже также запускается иммунный ответ, антитела вырабатываются, да. Единственное, что и даже по некоторым моментам они очень схожи. Единственное, здесь, конечно же, надо понимать принцип внедрения в клетку, да, то есть именно, скажем так, механизм гуморальный, вот, на гуморальном уровне. Вот, как это все происходит. Вот, у нас это все немножко проще, да, менее сложнее, поэтому, может быть, даже в связи с этим у нас осложнение меньше. Вот, в зарубежных вакцинах немножко все сложнее, поэтому и когда, вот, предположим, были летальные, да, исходы, вот, никак не могли, скажем так, ученые, да, определить, что именно вакцина привела к смертельным случаям. Потом уже, когда вскрывались, да, то есть проводил патологоанатомическое исследование, уже тогда выявлялись, подтверждали, да, случаи, что очень запускался механизм тромбообразования, да, то есть как раз вот здесь вот, вот, и человек, в принципе, умирал от вот этих последствий. Вот. А если сравнивать с нашей, да, с вакциной, тромбообразование, да, вот это именно что у нас запускается в организме этот механизм, да, после введения вакцин, он, в принципе, минимальный, то есть его практически вообще нету. Вот. Поэтому, конечно же, на сегодняшний день, как-никак, вы уже об этом говорили, да, что, в принципе, это политизировано, но наши вакцины все-таки имеют ряд преимуществ перед зарубежными. Ну и вот еще, давайте уже заканчивать будем. Какие вообще, так вот, симптомы вы уже говорили? Симптомы это диарея, да, все-таки? Ну и повышенная температура тела, да, в общем, как и все симптомы ОРВИ, вот, потеря обоняния, да, вот, у ряда людей отмечают полностью, то есть они не чувствуют ни вкус, ни запахи, да, не слышат, вот, поэтому здесь, наверное, присущи, да, больше коронавирусные инфекции, но тем не менее при многих острых респираторных вирусных инфекциях симптомы такие же, ну, существуют. Да, есть, кстати, да. Ну, одновременно, чтобы была вот такая симптоматика, как при, значит, респираторных заболеваниях, диарея, это уже кишечник у нас все-таки. Ну да. И это уже, да, как бы, да, звоночек такой. Звоночек. И да, чтобы вот, допустим, вот то, что вот человек обнаружил у себя такие симптомы, что вот нужно сделать ему при первое при обнаружении у себя этих признаков? Ну, в первую очередь, само собой, если человек почувствовал недомогание, да, какое-то, ну, слабость. Такого именно, такого именно рода, такого, такие совмещенные, да, симптомы. Да, совмещенные симптомы. В первую очередь, это однозначно нужно оценить свое общее состояние, то есть самостоятельно, как я уже сказал, да, измерить температуру тела, вот, посмотреть, каких цифр она достигает. Давление, вот, если есть тонометр. Давление, да, правильно вы говорите, давление. Желательно померить, чтобы посмотреть все-таки, что, где, что, как поражается, есть ли какие-то, да, изменения. Вот, и, естественно, не ходить никуда, не ходить никуда, вызвать врача надо. Позвонить. Да. Вот. А учитывая высокое распространение и высокую контагионность вот этого вирусного заболевания, да, я имею в виду про коронавирус сейчас, вот, человек, один человек может заразить до 70 человек. Если, предположим, грубо говоря, он сидит в очереди, да, где-то ожидает своего приема, он может заразить, если люди не больные, он может их заразить коронавирусной инфекцией. А маска, конечно же, это метод профилактики, но тем не менее, где-то мы все равно, да, где-то можем снять, чихнуть, где-то еще, да, какие-то моменты. Поэтому однозначно надо сидеть дома, вот, вызвать врача на дом. Если вдруг, ну, какая-то возникает ситуация, что врача невозможно вызвать, можно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Вот у нас есть фельдшерские бригады, которые обслуживают именно такие вызова. Вот, то есть они задействованы под такие вызова. Вот, они выезжают, оценивают, опять же, так же, как и доктор, состояние человека, проводят аускультацию, термометрию, тонометр мерит артериальное давление. В общем,
общем, при совокупе всех факторов ценят, ну, жалобы, да. Вот, если есть необходимость, то госпитализируют человека, да, ну, не госпитализируют, это неправильно рассказано, да, а привозят человека для проведения следующего метода исследования, это рентгенография легких. Угу. Вот. Очень показательный метод исследования, который на сегодняшний день выявляет у нас пневмонию. Вот, то есть, если у человека пневмония, этим методом можно выяснить. Вот, если течение позволяет человеку находиться дома, да, то есть находится дома в течение заболевания, имею в виду, да. Вот, если все-таки чувствует 6-7 сутки, это, кстати, вот такие, скажем так, после заболевания, это, скажем так, такая отправная точка, да, которая свидетельствует, либо человек все-таки будет переломный, да, момент, так называемый, либо человек будет себя чувствовать хорошо. Да, в дальнейшем у него идет на спад температуры тела, в целом он ощущает себя лучше, да, вот, до 10 суток, скажем так, да, вот, и если нет, то присоединяется пневмония, вот, ну, естественно, состояние может до критического достигнуть очень быстро, вот. Поэтому, опять же, здесь нельзя дома сидеть, бездействовать, лечиться самостоятельно, однозначно нет, вот, человеку необходимо будет обратиться. Вот, окажут всю необходимую помощь, методы исследования, которые необходимо, да, проведут. Вот, и в случае, если необходимо, то его госпитализируют. Как я уже сказал, наличие всех лекарственных препаратов у нас есть. Ну, это достаточно. Отлично. То есть, получается, замерить температуру, замерить давление, если есть тонометр. Оценить общее состояние. Оценить общее состояние, да. И вызвать скорую, в таком случае уже никуда не ходить, не подвергать опасности окружающих стоянием в очередях, потому что, скорее всего, очередь какая-то будет. Да? Да. Самое эффективное — это вызвать врача. Это у нас телефон. Вызвать скорую, вызвать или просто. Ну, врача. Да, нет, можно и скорую вызвать, да, 103, да, сейчас один телефон. Вот. Либо вызвать, позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. Ну, а врачи у нас тоже сейчас, в связи с тем, что у нас все-таки идет массовое, да, распространение новой коронавирусной инфекции, в том числе и Николаевские, то, конечно же, они действительно прям, скажем, на вызовах, да. Ну, в очередь как-то там, видимо, это будет. Да, вот. Поэтому для того, чтобы не ждать, как я уже сказал, мы с вами об этом проговаривали, лучше вызвать бригаду скорой медицинской помощи. У них все, они очень грамотные у нас специалисты, вот, все методы, существующие методы исследования, которые они могут оценить человека, также общее состояние, на дому они могут провести, вот, и если в случае необходимости госпитализировать. То есть, грубо говоря, здесь вопрос, скажем так, не вопрос, да, а идет на время. То есть, чем быстрее человек вызовет, чем быстрее он все это сделает, да, чем, если он видит, что состояние очень быстро ухудшается, вот, немедленно вызывает скорую медицинскую помощь, да. И если есть необходимость, то его немедленно госпитализируют. Но некоторые просто терпят до последнего. Да. И вот в этом, да, ошибка порой. Да. Так что оценивайте состояние по существу, смотрите на свою температуру, на давление, и как бы это все очень серьезно. Да, особенно если присоединяется одышка. Одышка — грозный симптом, да. Грозный симптом новой коронавирусной инфекции в большинстве своем свидетельствует о том, что у человека начинает развиваться пневмония, коронавирусная пневмония. Вот. Вполне возможно, что это просто быть пневмония, да, вот, но тем не менее всегда надо быть на чеку. Ну и вот в этих всех, значит, этих простых, вот этих вот, как в этой непростой ситуации, да, все-таки, как, о чем сегодня проговорили, я думаю, самое основное вот начинается с профилактики, в общем, да, коронавирусной инфекции. И вот какое у нас на сегодняшний момент самое эффективное средство, первейшей профилактики. Да, об этом хотелось бы отдельно проговорить. Да, у нас профилактика, как и всех других заболеваний, делится на две, да, на два, две категории. Есть специфическая профилактика, это вакцинация. Вот, есть неспецифическая профилактика, это проведение каких-то ряда противоэпидемических профилактических мер, направленных на невозможность, да, скажем так, распространения вируса. Вот. Учитывая, все мы знаем, да, большинство, ну, наверное, зрителей знают, как передается новая коронавирусная инфекция, это чихание, кашель, вот, даже обычное просто дыхание, да, то есть, если люди находятся в одном каком-то помещении, дышат, да, и, в принципе, даже здесь какие-то мельчайшие частицы попадают, да, на кожу, попадают, я имею в виду, собеседника, либо там коллеги, да, то есть, если в зависимости
от ситуации. Вот, и все это может вызвать болезнь. Поэтому методом неспецифической профилактики, да, меры, скажем так, является ношение масок. Вот. На сегодняшний день учеными, ну, уже проведены также в этом направлении ряд исследований, да, и если есть такое, да, не мнение, а даже научная доказательная база, что если два человека в маске, то уровень защиты достигает 90-95%. Вот. Один человек в маске 75-50%. Ну, то есть, если один в маске, другой без маски имеет. Да? И если два человека без маски находятся, то, в принципе, защиты здесь никакой нет. Абсолютно. То есть, второй момент – это, конечно же, мытье рук. Вот. Обычная элементарная гигиена, которую мы соблюдаем с вами, да, изо дня в день. Вот. В данном случае она является действенной мерой профилактики. Вот. Для нивелирования, да, и дальнейшего распространения вируса. Вот. Более того, я хочу сказать, что сам вирус, он очень жизнеспособен, к сожалению. И, скажем так, в окружающей среде, на обычной поверхности, вот стол, да, стулья где-то там, еще где-то там, если мы где-то чихнули, да, куда-то ручки, да, дверные, может достигать до 3-4-5 даже суток, да. А в водной среде, то есть если, предположим, попадает в водную среду, до 7 суток. То есть, в принципе, ну, мы с вами понимаем, да, что просто один человек чихнув, где-то покупавшись, да, все такое, то вероятность того, что заболеет в последующем еще люди, которые даже не были с ним вместе, да, очень высока вероятность, что заболеет. Вот, поэтому, ну, ношение масок, первый момент. Второй момент – это обработка рук. У нас есть на сегодняшний день много всяких кожных антисептиков, да, которые, в принципе, применяются. Я вот неоднократно наблюдал, люди выходят из магазина, кстати, очень хорошие. Надо взять на вооружение, да, многим людям выходить из магазинов, либо из общественных мест и обрабатывать руки антисептиком. Они, в принципе, безвредны. Вот, естественно, это не говорит о том, что человек обработал руки и все. То есть он приходит домой и однозначно эти руки моет. Вот. Обработка, однозначно обработка фруктов, овощей. Вот, потому что мы же не знаем, да, как они были поставлены к нам. Как я уже говорил, на поверхности вирус очень жизнеспособен. Вот. Это вот что касается мерам, ну, естественно, и, как у нас сейчас принято говорить, социальная дистанция. То есть желательно, чтобы между людьми было не менее 1,5 метра. Вот. Ну, тоже как мера профилактики. Вот. Ну и вакцинация, да, как я уже сказал, это мера специфичной профилактики, да, специфической. Вот, как уже мы ранее с вами говорили, достигает, в принципе, тоже очень высоких цифр, да, сам, скажем так, да, само проведение вакцинации, вот, в плане невозможности, да, заражения, либо, если человек все-таки заразится, да, вот, минимизирует последствия. Но здесь надо понимать, что даже если человек, у нас многие, да, думают, что он вакцинирован, значит, он точно не заболеет. А здесь надо понимать, что все-таки необходимо все равно соблюдать меры личной гигиены. Обработка рук и ношение масок. Вот. Ну, к сожалению, мы видим с вами, да, в магазинах и в других общественных местах, все-таки у нас люди не придерживаются вот этих мер профилактики. Вот, считаю, что это на сегодняшний день неправильно. Люди все-таки должны, даже это признал Верховный суд России, да, что необходимо все-таки в магазинах и в других общественных местах, как мера профилактики, это ношение масок, и они должны быть обязательны. Вот. Защищает в первую очередь люди себя, да, друг друга. Вот. То есть здесь и не просто мера профилактики, здесь какая-то элементарная, в общем, соблюдение вот этого социального, да, вот этого равновесия, что ли, да, скажем так. Вот, люди, если друг друга уважают, да, заходят, задевают маску, уходят маски, там, выходят, обрабатывают руки. Вот, ну, на сегодняшний день, наверное, учитывая механизм, да, и патогенеза вирусной инфекции, механизм передачи, все-таки вот эти меры профилактики, они очень действенны, которые я сказал. Так, ну, на сегодня, я думаю, все. Сегодня мы многие вопросы проговорили, в том числе неудобные всеми вопросы, на которые, в общем-то, большинство, я думаю, чиновников отказываться и врачей откажутся просто прямо отвечать.
Денис Анатольевич, спасибо большое. Спасибо зрителям. Я вам, спасибо вам. Я напоминаю, что вы находитесь на канале Роман Зайцев «Живу на ДВ». Подписывайтесь на канал, пишите обязательно ваши комментарии, пишите вопросы интересные, пишите, о чем бы вы хотели еще посмотреть, общественное обсуждение и наши передачи. Мы работаем в рамках телевидения «Николаевск на Амуре». Это новый проект, который будет с нашей общей помощью и с вашей в том числе, он будет, значит, шириться и расти. Значит, еще раз напоминаю, мы находимся в помещении городского комитета КПРФ «Город Николаевск на Амуре». КПРФ – это парламентская партия, это часть правительства Российской Федерации, и поэтому тем всем, кто хочет изменить жизнь Николаевска на Амуре к лучшему, я приглашаю, естественно, к нам. Николаевск на Амуре, собираем своих. Еще раз напоминаю, с нами был врач-эпидемиолог КГБУС НЦРБ Денис Анатольевич Каданович. Спасибо. Еще раз спасибо вам. Всего доброго, здоровья вам и вашим близким. Мира!